Виктор Ягун, генерал-майор Службы безопасности Украины. Вітаю вас. Добрый день. Господар Виктор, вот есть вельми добрые новины за последних дён. То есть предместье Киева были вызволены, вот все эти местечки. То бок, можем сказать, что, принамсі, у Киевской области украинская армия, ну, здобывая назад, вызволяя уластную землю. Да, если взять отдельно взятую Киевскую область и частично Черниговскую, то идет зачистка сейчас этих городов. Особенно большая проблема – это то, что все дороги, по которым российская армия отходила в сторону Беларуси, она заминировала, и очень много брошенной техники тоже заминированы, очень много взрывоопасных предметов. Это очень большая проблема, и наши власти обратились к гражданам, которые этих временно оккупированных в прошлом городков и сел, не спешить с возвращением, потому что предстоит очень огромная работа по проверке и зачистке этих городов. Господин генерал, вот сейчас мы на наших экранах только что видели кадры, как украинские военные, медики убирают с улиц тела мирных жителей, павших украинских солдат, а также тела российских солдат. Скажите, пожалуйста, вот вопрос с убитыми россиянами. Кто-то пробует забрать эти тела назад? Есть ли какая-то процедура обмена? Россия хочет забрать тела своих убитых солдат назад? Это огромная проблема. Они вообще отказываются признавать, что это их солдаты и что они хотят их забирать. Нет даже поползновения в этом направлении. У нас сейчас пытаются как-то решить эту проблему, потому что весна посевная, их очень много вдоль дорог, на полях, в пролесках, перелесках всяких, и нас их собирают, пытаются, часть из них пытаются сохранить в рефрижераторах железнодорожных, но еще раз говорю, никто их не собирается забирать, поэтому частично пытаются сейчас делать санитарные захоронения. В Украине приняли решение, что никаких постоянных захоронений этих людей у нас не будет, это однозначно. Поэтому их сейчас временно захоранивают для того, чтобы потом либо действительно передать их в Россию, либо утилизировать. По-другому не будет никто поступать. Тут другая проблема, что войдя в эти городки и освобожденные села, у нас огромное количество тел наших убитых граждан, которые есть уже фотографии, есть задокументированные факты, с завязанными руками и огнестрельными ранениями, что говорит про то, что их просто расстреливали оккупанты. И сейчас идет огромная работа судмедэкспертизов, судмедэкспертов, криминалистов по документированию этих всех фактов, и в том числе и раскапываются санитарные захоронения, где временно были похоронены наши граждане. Их тоже очень много в неприспособленных местах, там вдоль, на детских площадках, возле домов, прямо возле подъездов. Поэтому все это очень такая кропотливая работа, и общее количество людей, которые погибли от оккупации, пока еще даже неизвестно. Господин генерал, чисто специфический вопрос, вопрос для специалистов. Создается ли какой-то банк данных для того, чтобы генетических данных, чтобы людей, которые сейчас не опознаны, можно было идентифицировать спустя годы? Да, это в обязательном порядке. У нас есть такая процедура. Мы ее запустили еще с начала войны в 2014 году, поэтому большая часть людей, которые, ну, большая часть военнослужащих и мирных граждан, которые погибли в первые годы войны, они были идентифицированы, и это очень помогло снять напряжение, в том числе и в обществе, потому что всегда, понимаете, мы идем сейчас по системе западных ценностей, у нас каждый человек должен иметь свою память, и эта память бесценна. Еще, господин генерал, хотел вас спросить об эвакуации, отступлении российской армии в сторону Беларуси. Появлялись сообщения о том, что в Беларусь
Вместе с собой российские оккупанты забрали пленных военнослужащих Украины. И что, вот, что вам известно насчет этого? Могут ли находиться военнопленные украинцы на территории Беларуси? Да, я думаю, что могут находиться, потому что они вывозили не только пленных, но и вывозили в сторону Беларуси заложников, потому что назвать пленными гражданских людей, руководителей местных советов, территориальных общин, это очень сложно. Поэтому я все-таки назвал бы их заложниками. В том числе у нас разведка доложила, что частично российские войска использовали детей для прикрытия отхода своих колонн, забирали детей в машины и сообщали об этом гражданам, чтобы те передавали украинским военным и таким образом обезопасить себя от возможных обстрелов во время отхода. То есть это такая вообще какая-то людоедская практика, и непонятно, куда эти дети делись и где они находятся. То есть не только взрослые, но и дети попали на территорию Беларуси. Господин генерал, так тоже хотел бы спросить насчет отхода российских войск в Беларусь. Чернобыльская зона. Всем известное место ядерной катастрофы. Известно ли вам, подтверждаете ли вы те сообщения о том, что российская армия, которая проезжала через эту территорию, пыталась там окопаться, что эти солдаты получили дозы облучения. Насколько опасна для людей техника, на которой они ехали? Где эта техника находится? Правда ли, что она находится, например, в белорусском Гомеле? Да, она зашла в Беларусь, и мы предупреждали сразу же, моментально, как только они начали выходить из Чернобыля, мы сразу предупредили, в том числе и было сообщение для белорусского народа о том, чтобы они очень осторожностью подходили к этой технике, потому что реально техника заражена, она находилась в самой непосредственной близости возле этой точки «Рыжий лес». И реально у нас есть информация о том, что в Гомельском этом радиоцентре, там реабилитационном, или как он там, находится 73 человека облученных. Есть информация, вчера прошла, что уже есть один погибший среди этих российских военнослужащих. Огромное количество этой техники прошло через Чернобыль, ее никто не обрабатывал. Она вот как была с этой всей пылью, с этой всей грязью, так и ушла в сторону Беларуси. Это вообще какая-то такая сюрреалистическая картина, потому что, ну, кто-кто, а белорусы даже должны были понимать, насколько это небезопасно. Куда эта техника делась, как они ее там мыли, где ее мыли, куда ушла вся эта грязь, вообще непонятно. Ну, да, и даже если они ее мыли, получается так, что все эти сточные воды, они сейчас, вполне возможно, находятся на территории Беларуси, и эти горячие частицы, да, заражают грунтовые воды. Также хотел спросить, подтверждаете ли вы, что российская армия полностью оставила Чернобыль, что Чернобыльская атомная электростанция, там нет российских войск, и фактически тогда Украина восстановила свои границы с Беларусью, по крайней мере, на этом участке? Ну, еще полностью не восстановила, потому что они оставили заслоны такие. Мы не хотим просто действительно начинать боевые действия именно в этом районе. Они сейчас идет зачистка города Чернобыля и прилегающих территорий. Но сама Чернобыльская атомная электростанция находится полностью под контролем вооруженных сил Украины и Украины. Ну, там нет вооруженных сил, там есть, ну, опять войдет батальон Национальной гвардии, которая обеспечивает охрану этого объекта. И сейчас будут разбираться, сейчас будет работать очень много правоохранительных органов, потому что огромное количество украденных вещей, огромное количество разворованной техники. Там же проблема в чем? Если техника в Чернобыльскую зону заходит, она там и остается, и там ее утилизируют. А они непонятно для чего вывезли всю технику, которая работала не на самой Чернобыльской атомной электростанции, а работала именно для обеспечения всей этой Чернобыльской зоны. Они вывели технические машины, там пожарные машины,
какие-то микроавтобусы, автобусы. Все это вывезено на территорию, кстати, Беларуси. То есть вообще тоже какая-то непонятно, зачем эти машины? Они же зараженные зоны, их нельзя использовать в других регионах. Они выкрали огромное количество офисной техники, бытовой техники, которая была там, в отелях, в домах обслуживающего персонала. Они разворовали лабораторию радиационную, которая была оборудована на 6 миллионов евро. Они вынесли даже электрочайники самой станции, где с комнат отдыха, где сидели, отдыхали рабочие станции. То есть это вообще какая-то такая, не знаю, у меня в голове не укладывается. То есть оцениваете ли вы на самом деле это как преступление против, даже нельзя сказать, ну, человечности, но на самом деле это преступление против экологической безопасности, жизни и здоровья миллионов людей региона? Так и получается. А была ли информация, знаете ли вы, что происходит с ядерным топливом на самом Чернобыльском ядерном хранилище, в каком оно состоянии, не было ли оно повреждено, не было ли похищено радиоактивных материалов, вот именно каких-нибудь излучающих элементов? Не-не, там информация не подтверждается, все нормально. Были там моменты подхода к этим объектам, но у них хватило ума не лезть именно в самую такую небезопасную для экологии места, и поэтому ничего не повреждено, и слава богу. Единственное, сейчас будут работать над восстановлением датчиков, которые должны в режиме реального времени передавать информацию в центр. И если это все восстановится, сейчас будет работать восстанавливать электроснабжение, потому что временно оно переключено на Беларусь. Поэтому, если все это будет восстановлено, я думаю, за неделю мы можем сказать, что ситуация в какой-то мере стабилизировалась. Спадар генерал, вы згадали про крадзеж маёмасці. Так само страшное сведчанне вось на початку размовы, что знайшли парэшткі украінцаў з завязанымі рукамі, расстраляныя. Вось цяпер у вызваленых гарадах, мясцовасцях, якія яшчэ сведчанні пра злачынствы расейцаў паступаюць? Таксама былі паведамленні раней пра згвалтаванні, што расійскія жаўнеры гэтым займаліся. Што вы маглі яшчэ распавесці, што вядома? Ну, подтверждая всю эту информацию, это все задокументировано, люди сейчас дают свидетельские показания, это все систематизируется. Вообще преступления против человечества, преступления против ихней сущности, это военные преступления. Вообще ситуация чрезвычайная, потому что люди, которые пережили, старенькие люди, которые пережили еще Вторую мировую войну, они просто в шоке, потому что даже нельзя сравнить то, как себя вели в свое время немецкие оккупанты и что сейчас происходило на нашей территории. То есть это такое прямо не просто нарушение, это, ну, не знаю, как по-русски, сведомо. Они пытались действительно довести эту всю территорию до гуманитарной катастрофы. Они выносили полностью все, что можно было вынести. Они издевались над людьми. У нас сейчас стала еще одна проблема. Они уничтожали животных, причем целенаправленно. У нас там было несколько частных, на этой территории оккупированной временно, было несколько частных зоопарков. И они специально уничтожали этих животных, запрещали их кормить. Они уничтожали частные конюшни, которых тоже очень было много в этом районе. У нас вот есть свидетельство, что ну, в Гостомеле всем известно, что они одну конюшню просто сожгли вместе с конями. То есть это вообще какое-то такое... У нас вчера было кадры из одного из поселков, где они шли по поселку и просто расстреливали собак. Причем, ну, таких не бродячих, а именно, это, я, ну, видно было, что это какие-то собаки, наверное, хозяев, породистые такие. То есть это вот просто какое-то такое, ну,
реально не укладывается в голове, и даже не знаю, как это квалифицировать. То есть преступление на преступление, оно так, как слоями, накапливается. Я просто мечтаю, что когда-то это все выльется именно в судебные процессы, и что эти люди получат свое по заслуге. Большое вам спасибо. С нами на связи был генерал Виктор Ягун, генерал Службы безопасности Украины.